Добрый день всем. Сегодня у нас 28 января 2024 года. И у нас где-то, ну, примерно 12, пол первого доходит времени дня. И мы движемся вот к городу, уже въехали практически в город Лесабльдалом, который находится на берегу океана. Вот. Ну, наш город Люсон, вот где мы живем, он у нас с трех сторон окружен океаном. И мы движемся сейчас, ну, ближе к северу, мы более на юге находимся. Ну, где-то 40 минут от нас находится этот город. Погода сегодня стоит великолепная. Видите, у нас 16 градусов, солнечно, можно сказать. Вот небо голубое. И чем ближе движемся к океану, тем, ну, как-то меняется растительность, больше уже пальм, какая-то другие уже деревья, немножко не такие, видите, в город въезжаем, город, конечно, тоже больше машин, кстати, город такой, его объединили из трех маленьких городов, и он стал достаточно в нашем регионе большим, вот, смотрим, тоже строится, расстраивается город, в общем-то, это тоже наш регион Вандей, вот. Видите, в общем, интересно, так вот еду, рассматриваю. Это мы еще как бы на задворках, так скажем, этого города. Ну, как-то настроение такое хорошее, потому что, ну, и встреча с друзьями у нас ожидается. И, в общем-то, смена обстановочки. Вот, ну, и тут, видите, мы как бы в центре, в таком индустриальном, в том плане, что здесь всякие магазины, всякие фирмы находятся, всякие, в общем-то, гаражи, ну и прочее. Вот, это не сам центр города. Наши друзья, они практически живут, ну, совсем недалеко, 10 минут от океана, от большого пляжа. Причем такой пляж там красивый, знаете, он длинный, такой береговая линия длинная, и пляж, он песочный. Вот, видите, какие узкие улочки, много машин, видите, много пальм уже практически в каждом дворе. Ну, потому что тут уже океан совсем-совсем близко. И, кстати, сказать, чаек намного больше, чем у нас. У нас тоже они есть, конечно же. Но здесь прямо их, ну, много. Вот, наши друзья тоже подкармливают чайку, которая каждый год к ним прилетает. И уже своих детей, значит, тоже приводит, так скажем. Вот, видите, какой интересный город. Как я уже сказала, густо населен, очень густо населен. По улицам проезжаем, дома стоят вплотную, потому что очень дорогое здесь место, достаточно дорого стоит земля. Вот. Ну ладно, если что-то еще интересное будет, обязательно вам покажу. Ну вот, мы уже приехали к нашим друзьям. Видите, подали нам к аперитиву такое вот блюдо. Это наш друг-ресторатор сделал, приготовил для нас. А такой столик у нас, в общем-то. Вот тут уже Жан-Люку что-то налили. И вот у меня уже, видите, так первый тут сидит, высматривает, что такое съесть. Вот, вот так вот. Ну вот, нам так подали вот такой интересный салат. Это салат оливье. Видите, как он интересно оформлен. Салат оливье, это что? Креветки, шампиньон. Креветки, шампиньон. Филе д'аран. Филе д'аран. Креветки. С креветками. Смотрите, яйцо, видите, с икрой. Яйцо с икрой. Тут тоже вот икра, видите, какая-то с яйцо с икрой из другого цвета, черная. И все это в андив, как по-русски, корень цикория. Корень цикория находится. Где? Вот где? Это корень цикория, вот это. Лизандив? Да. Не, да. Да. Куржет. Да, андив, корень цикория, посмотри. Мы выращиваем в теплице его. Да? Угу. Корень цикория. А посмотри в интернете. А, да, вот интересно. Це ландив, це шикорей.
Шоколад. А вы же ça fait partie, c'est да, вот. Да. Oui, oui, ça fait да, да, да. Он очень полезный. Moi, je connais, toi, bien sûr. Je connais presque mieux вот, russe это мы... Voilà, tu connais. Я, говорит, понимаю больше русский, bon. Чем ты. Bon а я и свёкалка. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Ну вот, на горячее блюдо нам подали шукрут. Видите, как вот даже в специальной сковородке. Шукрут, видите, это зимнее такое блюдо у нас. С колбасой, с всякими копченостями. Три вида. Три вида копченостей, мне подсказывает моя подруга. И что там, картофель, ну и шукрут, это что у нас по-русски? Капуста тушеная. Она квашеная. Ферменте. Квашеная капуста. Ферменте она ее называет. Но это немножко другое, чем у нас. Немножко по-другому, да, квасят ее, но тем не менее она, ну, немножко похожа на наше блюдо. Чуть-чуть. Но мы, по-моему, так и не готовим. Вот с, нет. У нас так не готовится. Но вот очень такое вкусное и зимнее блюдо. Ну, приятного аппетита нам. De la cannelle et du miel. Ну вот, нам подали десерт. Видите, ну, как это, фромаж была, фромаж бланш, это сметанка с в общем-то, с цукатами, так скажем. Это Доминик приготовил вот такой вот коржик, наверное, да, корж? Кекс. Забыла, как называется по-русски кекс. Вот такой, видите, кейк. Кейк. Ну и вот у нас страдалец. Вот, видите, вот. Страдалец сидит, он все время тут сидит и смотрит. Вот, все страдает. Là, bah, malheureux, là. Да, самый là, страдалец. Le bras droit, Dominique. Он это, сел на место Доминика. И, в общем-то, ему уже и колбаску отдали. И, в общем, что только ему не дали тут. Ну, в общем, все равно страдает, и все равно ему все мало. Ну, вот такие у нас сегодня. Вот такой у нас обед, видите. И вот нам подали кофе, видите, в таких национальных чашечках, но это из британского Британии. Бретон. Да, видите, Бретон, да. Вот. Видите, какие они расписаны вручную. Видите, как интересно. Видите, как вот здесь роспись того человека, который их расписывал. Так non. Интересно, они все разные. La ville, c'est Quimper. Quimper? Вот, видите. Moi, j'arrive pas à lire ce qu'il y a marqué. Ah, c'est peut-être ça, Quimper. Видите, какая красота. А вот часы. Elle est où, petite? Petite. Видите? Вот так.